Ребята, всем привет! А это игра, которая называется Episode 666, собственно, или Эпизод 666. Что-то здесь про блогера, который пошел в заброшенную школу, а в какую конкретно школу он пошел, вы сейчас узнаете. Поехали! Грузится. Нечитабельный шрифт, потому что все в зеленых этих штучках. А, поросяники, погнали. А, Spirits Uncovered, вот, все. Hey guys, welcome to Spirits Uncovered. I'm Scott Warren, and you won't believe it, but this is episode 666. Всем привет, короче, это эпизод 666, я какой-то Скаут Уоррен. Strength to strength, and it couldn't have happened without you. У нас так вырос канал, я всех вас благодарю, без вас бы ничего не получилось. You may remember all the way back in episode 333. Помните, как в эпизоде 333 мы искали в тюрьме призрака, и я тогда вам пообещал, что если мы дойдем до 666, мы пойдем в другое крутое место и смотрите, что это. Это Сификап High School, моя старая школка. Я здесь впервые столкнулся с паранормальными явлениями. И с тех пор школу закрыли и бросили. И знаете что? Нам нужно быть осторожным? Ну нет. Это место целиком предназначено для нас. Пойдемте вовнутрь, чего же мы ждем? Такие вот блогеры. Так, вас двигаться, mouse look, you use light. А вот это зеленые штучки, это так надо на экране? Мне просто интересно. Зеленые штучки можно как убрать? Тут все disabled. Bloom, film grain, motion blur, ambient occlusion. Может все enabled сделать? Я просто ничего из-за вот этих штучек не вижу. L light. I light. Один light. На какую кнопку light? Now, people who are wondering, what was my first paranormal experience? Люди спрашивали, какой был мой первый опыт с паранормальным. In the little boy's room. И, к сожалению, это было в туалете для мальчиков. Я занимался своими делами, а потом повернулся и увидел мистера Эллингтона. Увидел мистера Эллингтона, который был здесь директором в 50-е годы. Его так достали, что он совершил Роскомнадзор в этой школе. И он пообещал, что будет пугать людей в этой школе до тех пор, пока ее не закроют. Ага. Now, the boys' toilets are on the ground floor. I think we should start there, where my ghost hunting story began. Туалеты мальчиков на первом этаже. Начнем оттуда. Там началась моя вот эта история паранормальная. Поняли, да, что за школка? Узнаете, так сказать. Ghostwatchers там, да? Так, это для девочек. Вот это для мальчиков. Geography room. Подожди, а для мальчиков в другом конце, что ли? То есть тут мало того, что как бы надо быстро дойти до туалета, надо еще и в свой туалет попасть. А как? А тут открывается что-нибудь? Ничего не открывается. Я не поняла, что за задумка с вот этой зеленкой на экране. Может быть, чтобы показать, что это... Что? Что они хотели показать? Пойдем в женский туалет. Но меня не пускают в женский туалет. А, вот мальчуковый туалет. А, напротив! Here we are.
Так, мы здесь, в туалете для мальчиков. Этот туалет выглядел отвратительно. Давайте поговорим с мистером Эллингтоном по радиоприемнику. Давайте попробуем. Мистер Эллингтон! Мистер Эллингтон! Can you hear me? Вы меня слышите? We are reaching out to Mr. Мы пытаемся связаться с мистером Эллингтоном. Please make yourself known. Дайте нам знак. Mr. Эллингтон? Мистер Эллингтон! You remember me? Вы помните меня? Are there any spirits here that wish to communicate? Здесь есть призраки, которые хотят общаться? Nothing. Ничего. Fine. Ну ладно. Maybe we are too early for the spirits in the toilet. Может, еще рано общаться с призраками? Maybe they just don't need to go potty right now? А может быть, им в туалет сейчас не надо? Let's place a walkie-talkie in the sink and explore the rest of the school. Давайте положим рацию в раковину и потом исследуем остальную школу. Может быть, услышим что-то. Давай. Okay. Let's head to the second floor. Пойдемте на второй этаж. Там есть библиотека. И там было всегда очень страшно. Проведем там парочку экспериментов. Давай. Я знаю, где библиотека. Я некоторое количество каток в Ghost Watchers отыграла в этой школе. Okay, here's an idea. Let's place our motion capture light cam at the top of the stairs. Давайте посмотрим камеру с датчиком движения вот здесь наверху. Если что-то здесь пройдет. Если что-то здесь пройдет, будет сделана фотография, она отправится прямиком на мой телефон. Давайте, да. Так, третий этаж. Библиотека здесь или там? Судя по тому, что двери здесь не открываются. Вообще никак. Library. The library. Библиотека. This is where children used to actually read books. Да, ребятушки, здесь дети читали книжки. This library really reminds me of that opening scene in the Ghostbusters movie. Эта библиотека напоминает мне сцену из «Охотников за привидениями». How about we use our EMF detector? Давайте Again, попробуем использовать детектор ЭМП, который фиксирует электромагнитные поля, из которых якобы состоят призраки. So это здание уже давно закрыто, поэтому нам тут много электроники не помешает. Reading, поэтому если я получу какой-нибудь результат, это может означать, что рядом призрак. Нифига себе. Давайте попробуем поговорить. You seem to be setting off my device here. Призрак, did you know that? Ты знаешь, что ты запустил мой ЕМП? Okay. О боже мой, оно работает. Now you know how this works. Теперь вы знаете, как это работает. Our device spike once for no and twice for yes. Давай сделаешь один нет и два на да. Okay. Ты понял? What shall we ask? Так что-то он не понял, по-моему. Spirit, он на пять включил. Should the viewers of this episode like and subscribe? Призрак, должны ли подписчики это отлайкать этот Spirit, ролик? Ладно, не отвечай. Тебя зовут мистер Эллингтон? Чёрт, нет ответа. Наверное, я его напугал. Right, ну правильно, нечего было шутить. Это рация? Кажется, кто-то в туалете. Пойдемте обратно вниз. Идемте. Матерь Божья! Is someone there? Whoa. What is that? Это же что такое? Я испугалась вообще-то. Okay, okay. Let's head down to the toilets again and see what's happening with the radio. Так, yes, ладно, пойдемте. Yes, down the creepy stairs. Вниз по лестнице, пойдем в страшный туалет. Капец, блин, что за звуки такие страшные? Ну ладно, это же типа хоррор. Видели руку? Отмотай назад, посмотри. What? Where's the radio? А где рация? Что он сказал? Okay, is that how you wanna play Spirit? Ты хочешь поиграть? Я поиграю в твою игру. Что он сказал? Close? Какая игра-то? А про что?
теперь начинает становиться страшненько, если честно. А, cold, он говорит. Это горячо-холодно, типа. Горячо-холодно, да? Cold. Cold. Да хватит! Игнорируй, игнорируй. У меня телефон за рацией. Cold. Все еще cold. А куда идти тогда? Тут все закрыто. Игнорирую, блин. Страшно вообще-то. А, наверх, может? Ну, колд, он говорит. Это пожарный выход? Тут закрыто. Страшненько. Я сейчас пойду вниз, опять эта штука, да, сработает сейчас на меня? Ага, только без звука. Спасибо. Может, к завалу подойти? А, тут можно пройти. Что-то другое сказал? По-моему, он ворм сказал. Тут ничего. Спортзал? В спортзале мы не любим призраков, там очень сложно оборудку расставлять. Вомая, он говорит, теплее. Опа, это что такое? Чё? That was close. Блин, это было близко. I'm starting to think we shouldn't be here. Мне кажется, нас быть не должно. I'm Ладно. Brave. Я храбрый, я смелый. Давайте снова попробуем радиоприемник. Может быть, сможем с ним поговорить. Дух. У тебя есть сообщение для меня? Что? Так, ребята, это очень страшно. Давайте пойдем отсюда. Давай. А тут музыка какая-то тревожная. Чё? А, что за звуки? Чё делать-то? Come on. Открывайся! Он дёргает... Блин, мне кажется, сейчас что-то нападёт. Hello? Привет. Что делать-то? О! Ты кто? Блин, тут еще и... Смотри, значит, это кто-то опубликовал. Если тут и субскрайб, и следующие видосы, значит, это кто-то выкинул. Теневая штука стояла под лестницей. Ну, неплохо. Я думала, будет хуже. В какие-то моменты прям даже стало страшновато. Когда стали вот отваливаться какие-то детальки интерьера... Мне кажется, прям здорово получилось. Напишите, как вам игра. В целом, мне кажется, что ну, для такой поделки распространяется бесплатно, опять-таки, на itch.io. Это вполне себе неплохо. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока-пока.